Перевозить груз через Атлантик на транспортном корабле. Отбытие запланировано на 17:00. Черт, это же меньше, чем через 15 минут. Идем, я поведу. Я не позволю тебе уйти. Свяжись со штабом. Мы видим цель. Командование, нам нужно доложить об обстановке. Штаб на связи. Не попадай в лучи прожектора, так нас не заметят. Хватит болтать. Кажется, я что-то слышал. Впереди группа противника. Подстрели их. Демилитаризованная зона блокирована. Придется прорываться. Противники! Я не позволю тебе уйти. Убираемся отсюда. Я чую, они у нас на хвосте. Будьте начеку, они в нашей зоне. Берегись! Противник на 12 часов, расстояние 100 метров. Взорвали мост. Значит, мы пойдем через горы. Let's go.
Рад вас снова слышать. Мы нашли судно «Пятая звезда». Оно зарегистрировано на частную инвестиционную фирму международного уровня. Зайдем с фланга, так будет меньше шума. Есть. Противник к северу от нас. Противники! Впереди противник. Расстояние 150. Нет. Берегись! Ладно. Давай зачистим сектор. Противник на 12 часов. Расстояние 200 метров. Вызывайте подкрепление. ЧВК. Отличные игрушки. Они могли... Цель найдена, задание выполнено. Давай запросим эвакуацию. Штаб, нам удалось захватить устройство. Требуется немедленная эвакуация. Надо проверить зрение. Поспешим. Вертолет не будет ждать нас. Стоять.
Найдите его. Он мой! Противник к востоку от нас. Я потерял его. Противники! Черт, сектор прикрывают несколько кубов. Если мы от них не избавимся, вертолету конец. Найдите его. Он мой. Эй, смотрись-ка тут. Снайпер! Я думаю... Подстрели их. Вызывайте подкрепление. Я потерял его. Вертолет противника. Противник, расстояние 250 метров.